Вы знаете, я сама работаю с медицинскими препаратами. Вот, в свое время занималась именно работала с вакцинами. Ну и поэтому я считаю, что верю. Другого ничего пока предложить не могут. А болеют очень много. Конечно, верю. Я верю в российскую медицину и российских ученых. Все работает, да. Главное верить. Ну, верю вообще-то. Ну, а вы хотели бы прививаться? Я нет. Почему? Потому что у меня отвод от всех прививок. Я не делаю прививки. Ну, судя по всему, что какие другие вакцины делают не особо качественные, то это тоже, скорее всего, нет. Вы знаете, я верю в российских ученых, но я не верю в вакцины в целом. Алюминий. Алюминий в составе навряд ли может быть полезен для чего, для какого бы то ни было организма. И прочие другие. Я думаю, что если это какая-то вакцина должна быть, она должна обладать более прозрачным и простым составом.